Здорово всем, Кент на проводе, и прямо сейчас каждый из вас может получить 1000 БС голды. Чтобы получить, вам, ребят, надо: первое, поставить лайк; второе, подписаться на мой канал; и третье, написать хороший комментарий. Ребята, изи-бризи, все предельно просто, так что давайте участвуйте и побеждайте. Ну что же, а мы начинаем смотреть мое видео, поехали! И это новая рубрика на канале Кента ПК — новости по игре Block Strike. В нашу студию поступил вопрос, какие скины есть у Раума. И, ребята, Раум с радостью ответил на стриме, то что у него есть абсолютно все скины. Потому что, ребята, он художник, и его работа — это непосредственно добавлять новое оружие, а также рисовать новые скины. Поэтому, ребята, у него есть полностью все скины на все ножи и на все оружие. Ох уж эти мажоры. Ребят, ставьте лайк, если вы хотели бы, чтобы у вас были все скины. А также пишите в комментариях. Кент. Ну и что-то смешное дальше сами придумайте. Вот что хотите, то и пишите. Также актуальные новости: на карте District добавили Монолизу с лицом Йобы. И теперь это Мона Йоба. И прямо сейчас мы, ребята, спросим мнение очевидцев по поводу этой пасхалки. Мне кажется, что у картины очень глубокий смысл, потому что, ребята, это не просто Мона Лиза, это что-то больше. Возможно, это даже девушка разработчиков. Да, 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 у них одна девушка на двоих. Скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу Мона Йобы. Кого? Мона Йобы. Что за Мона Йобы? Ну, это новая пасхалка, которую добавили. Мона Лиза в форме Йобы. Нет, ну не позорься. Я не в курсе такой. Да не, ну скажи хоть, скажи, типа, ну прикольная. Говно. Я не знаю. Я не знаю, я не видел ни разу. Также очень частый вопрос: когда добавят Хэллоуин? Ребят, да, Хэллоуин добавят. Примерно добавят завтра. Но разработчики обещали вчера. Ну, вы поняли, да? Вчера, в сегодняшний день. И, короче, ребят, буквально 1-2 дня, и Хэллоуин уже будет в игре. Так что просто ждите. Небольшой интересный факт. Мачете — это секретное оружие. Еще одна довольно-таки интересная новость. Раум сказал то, что мы знаем, ребята, далеко не все консольные команды на бота, которые в стрельбище. Так что давайте их искать вместе с нами. Ну, или вместе с вами. Короче, давайте их искать. Ну что же, в принципе, на этом все. Видео вышло коротким, потому что я, ребята, хочу спать. Время на часах 2:30 ночи. А мне еще надо с тиктаком Overwatch поиграть. Ладно, не про это. Так что, ребята, пожалуйста, поставьте огромный лайк. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал и напишите хороший комментарий. Ну что же, с вами был ваш Кент ПК. Всем удачи и всем-всем пока.